несмотря на ноги, сухое засеяло. На горке ножки ключи, вдруг случаешься. Со щита всех очень, контроля на бреду. Откуда ты сходит, ты слушаешься с ключа. И точка спутья горе, с ростовой на съебал. Принеси вверх бокалку, и на ночь чудеса, чтобы не сидеть по основе, ты сильно разбросал. А ножка теперь все сильные, и просимся на ногу, чтобы жизнь качели, нам добрый плод пожить. Валерий сказал всех поле, золотой стоя пшеница. Время жарко наступило, выходить и потрудиться. От заката до восхода, от восхода до заката. Да, нелегкая работа, но от Господа награда. Чтобы многого добиться, нужно много богатеть. Похотеть и потрудиться, а не в потолок смотреть. Все, кто любит Божий труд, христианам не зовут. Ну а кто предпочитает погулять от Парижа, посоветую прочесть от Матфея 25. Бог желает, чтобы ты приносил ему плоды, чтобы с малым детским лет меньше жизни было бед. Фрукты сами не растут, нужен долгий тяжкий труд. Также овощи на грядке Бог желает, чтобы поляки были сад и огород, чтобы полезным был твой плод. Землю надо удобрять и почаще поливать, чтобы когда настанет время, было что тебе собрать. Хищных птиц им попускать, насекомых отгонять, и не только раз в неделю, но каждый день пахать. Но когда накроешь стол, плод твой будет выше соль. Точно так же с наслаждением принеси плоды служения, чтобы не стоя пустым перед Господом святым.